Друзья, привет-привет! Снова с вами какнайт.ру, и сегодня у нас складной нож под названием Overland, его артикул 6280. Ранее показывали нож Туна, очень между собой похожи, та же накладка из джетена в зеленом цвете или олива, и его форма немножко отличается, поэтому про него отдельно. Сразу видим фреймлок, видим Black Wash обработку, видим сталь 8 хром 13 молибден ванадий. Накладка, повторюсь, из стеклотекстолита G10, имеет такие дизайнерские параллельные углубления в корпусе. Ну и без них корпус достаточно цепкий. По сборке все как всегда отлично, по форме реверс танта. Спуски здесь у нас прямые. Видим гравировку Overland и обозначение артикула 6280. На данной компании всегда маркировка идет. Бэкспейсер в ярко-оранжевом цвете. В цвет него сделана такая вот шайба на осевом узле. И давайте по характеристикам. Ну, есть клипса, она имеет постоянное местоположение в задней части. И темлячные отверстия аккуратно. Есть врезучие насечки на самом бэкспейсере и на клинке. Вот в этой части. Они достаточно уреженные, но при этом врезучие. Общая длина ножа составляет 187 мм, клинок 76, по обуху троечка, в сложенном 111. Спуски прямые, фреймлок, вес данного изделия составляет 87 грамм. Неплохой ADC-шник с тактическими нотками, в частности, да, это форма клинка. Ну и в целом вот такой, сейчас что-то мне не получается, здесь, как видите, шайба из терапласта в осевом, поэтому необходимо либо смазывать, либо разрабатывать. Сейчас мы их покажем, вот они видны. Ну, если приноровиться, то извлекать и складывать одной рукой вполне удобно. Всех благодарю. Пока-пока.